Меня зовут Саша. В детский дом я попал примерно 5,5 лет назад. Я при всем этом не обижен на своих родителей. Ну, как-никак, они все-таки родители. Проект «Сердце километры» мне дал семью. Теперь я живу не в детском доме, а в семье. Я очень этому счастлив. Проект полностью меня изменил. Ну, я переосмыслил полностью всю свою жизнь. Учиться стану, может быть, лучше, если получится. Гулять люблю, телевизор смотреть, сидеть. Если работа интересная, работать люблю. Я мечтаю стать экономистом, потому что мне нравится эта профессия. Все меня отговаривают, говорят, вот всю жизнь будешь за бумагами сидеть. Я говорю, ну, мне нравится. Честно, я мечтаю. Такая мечта, конечно, многие меня, может, за нее судят. Я мечтаю съездить в Чернобыль. Знаю то, что авария произошла в 1986 году, 26 апреля. Но я читал много про взрыв, читал на 4-м энергоблоке. Я люблю читать книги. Моя любимая книга – это «Гарри Поттер». Я прочитал все части, посмотрел все фильмы. Да, я бы хотел бы там побывать. В Лондоне, в Большом музее. Для меня счастье – это, наверное, ну, жить в семье, ни в чем не нуждаться. Я бы пожелал детям, которые находятся в детских домах, терпения, ну, чтобы не ругались, чтобы все, каждый обрел свою семью. Хотя это не от них зависит. Меня зовут Ермаков Дима. Я в детском доме уже где-то 3 года. Я не хотел учиться в школе, и меня это сдали родители в детский дом. Очень хочу пойти учиться сейчас. Отличником стать. Меня выбрали в проект, потому что у меня было хорошее поведение. Для меня в открытии сердца километры стало, что я увидел много городов, познакомился много со всеми, обрел новых друзей. Все тут так интересно. Я мечтаю стать футболистом. Ну, я хорошо занимаюсь на тренировках, там, выполняю все, что мне говорят. Я обижен на своих родителей, что отдали меня в детский дом. За это обидно. Я мечтаю о том, чтобы меня усыновил кто-нибудь. Мои новые мама и папа, я их хочу увидеть там добрыми, чтобы не пили. Если бы у меня появились родители, я бы к ним относился хорошо, вел себя хорошо, слушал, все делал, что они скажут. При поддержке компании «Красцветмет».